Здравствуйте, друзья. Письмецо с утречка. Добрый день, Михаил. Очень давно смотрю ваш канал. Советую его всем своим близким. Спасибо. Хочу получить вашего совета. Так как вы просили писать только короткие вопросы, буду краток. Мне 28 лет. Живу последние полтора года в Таиланде. Смотри как. Переехав, начал изучать программирование. Действительно, в Таиланде-то. Что там еще? За месяц разобрался с версткой сайтов, CSS, HTML, начал зарабатывать на этом. Через полгода уперся в то, что на одном этом не уедешь, и встал выбор, что учить дальше. Прикинув рынок VR, это виртуальной реальности, на будущее, я бросил сайты и перешел на C-Sharp и среду разработки игр и приложений Unity. Изучаю уже год. Есть демки. Демонстрационное видео, да, значит, моих работ, и хотелось бы уже с этими знаниями выйти в рынок. Но читая резюме на вакансии и требования работодателя, я понимаю, что мой уровень слишком низок. Ну, конечно, по книжкам-то, да. Виза в Штаты есть, буду подавать на политику, разрешение на работу будет, а как стартануть, не знаю, на работу будет. Ну, то есть, подаст на политику, через полгода будет, хорошо. У меня не было опыта работы в команде, низкий уровень знаний по программированию и английский не родной мой язык. Но при этом я готов работать хоть круглосуточно. Посоветуйте, как мне быть. Но это такой, знаете, вопрос хороший. Он чисто иммигрантский такой. Вот это есть, а вот этого нет. А хочется вот это. Нормально, сейчас мы обсудим. Да, друзья, читал я это письмо. И вспоминал мультик про Чебурашку. Точнее, даже не сам мультик, а вот песенку. Я был когда-то странной игрушкой безымянной, которой в магазине никто не подойдет. Понимаете? Вот он типа вот этой вот Чебурашки в ранней стадии развития, когда Чебурашка еще не была Чебурашкой, а была игрушкой безымянной. То есть, то ли он веб-сайты, то ли он виртуальную реальность там на C-Sharp, то ли чего. И вот, знаете, вот этот вопрос, кто я? И до тех пор, пока ты сам себе не ответишь на вопрос, кто ты, к тебе в магазине никто не подойдет. Но обратите внимание на оптимистичное завершение истории при Чебурашке, да, то есть до Чебурашки. Значит, он говорит, теперь я Чебурашка. И каждая дворняжка при встрече сразу мне лапу подает. То есть, в нашем случае, приглашает на работу, так можно сказать. Значит, поэтому вопрос в чем? А имя у него какое? Имя сестра. Имя. Понимаете? И вот, значит, в моем понимании, если вы так меня спросите, ну, это опять с моим опытом, и я говорил, что я чувствую себя постоянно, как вот стоит на углу человек, к нему подходит с болезнями. Боже, какая машинка справа. Ну-ка, о, смотрите. Ё-моё, друзья. Ой-ой-ой-ой-ой. Да. Ну, в общем, короче, который стоит и всем клизму. Он, у меня, говорит, горло болит. Клизму ему. Он говорит, у меня вот чешется вот тут. Сыпью покрылся. Клизму ему. Понимаете? И вот я со своим тестированием, знаете, вот всем такой крестир ведерный ставлю, и масса болезней проходит, как ни странно. Такой волшебный такой крестир. Вот тестирование – это такой волшебный крестир. Это очебурашивание безымянных игрушек. Один там, понимаешь, CSS с HTML, другой книжку прочитал по матанализу, понимаете. Вот, неважно. Но тестирование все это дело опосредует и как бы представляет к делу. Да, что интересно, даже если бы он не знал HTML, CSS и C-Sharp, он все равно мог бы стать тестером. То есть не то чтобы, понимаете, это вот как хлеб, например. А к хлебу есть масло, есть там и корка, или может быть там рыбка соленая. Ну что там на хлеб с маслом еще там можно положить? Вареница. Вот, так вот, тестирование это как хлеб. А то, что он там HTML, там CSS, это вот маслица с вареницем. Ну, или там, допустим, C-Sharp изучал. А это будет и корка такая небольшая.
Вот. Поэтому он же, смотрите, что интересно, он уже может много рассказать о тестировании. Он делал какие-то сайты, клепал, правильно? Но ведь сайт не только сделать надо, его же оттестировать надо. Если он сам этот сайт клепал на HTML, там, на CSS или что там у него еще, может, он еще JavaScript где-нибудь там, я вот с ужасом думаю, может, еще и JavaScript, так, значит, он ведь его тестировал не только глазами пользователя, он же его тестировал, что называется, white box тестированием, он же там по коду шмонал. Поэтому вот вам готовый тестер. Значит, все, что осталось сделать, осталось его очебурашить. То есть переписать его резюме, которого, может быть, у него нет. Но я говорю, допустим, оно есть. Может быть, оно в какой-то идеальной форме существует, еще не написано. Но взять и написать, как он это все тестировал. Там немножко совсем осталось. Значит, вопрос-то у него какой? Понимаете, вопрос у него, вот я приеду в Америку, как мне жить? Значит, ответ на этот вопрос на самом деле гораздо проще, чем может показаться. Приедешь в Америку, и первые 6 месяцев будешь делать то, что удастся делать. Скажут, там мусорные баки выносить, будешь мусорные баки выносить, там посуду мыть, тачку на стройке там с мусором куда-нибудь откатывать, будешь мусор откатывать, без разницы. Главное, радуйся жизни, потому что есть у тебя этот заработок нелегальный и возможность как бы там двигаться дальше по жизни, к светлому будущему. Значит, первые 6 месяцев вот и решай этот вопрос, который у тебя там с языком, который не родной язык. Могу сказать, что родным он не станет ни за 6 месяцев, ни за 6 лет. Вот, но оно и не нужно. Чтобы веб-сайты клепать, разве нужно, чтобы язык английский стал родным? Да, значит, но будет хорошим достаточно. Поэтому к моменту, когда появится уже разрешение на работу, да, значит, имейте себе резюме на того же тестера, например. Почему на тестера? Почему не на виртуальную реальность или там на клепание веб-сайтов? Ну, потому что человек говорит, что он не видит в этом возможности зарабатывать. Как-то маловато у него. Тут тупик, там тупик, здесь тупик. Выходим из тупика. Выходим из тупика по зарабатыванию. Зарабатывай как тестер, пожалуйста. Ты уже там, можно сказать, готовый тестер. Тебе переосмыслить себя надо, и все. Значит, пока еще в Таиланде, вот книжки почитай, там видео посмотри на Ютубе. Я не знаю, курс наш на русском языке пройди, что он там лежит-то, висит просто так. Вот для людей же сделано. Значит, и стань чебурашкой таким айтишным. Вот у тебя теперь имя есть, фамилия есть. Значит, и вперед. Вы можете, конечно, тоже испугаться. Вы можете взять, начать читать, что там пишут в объявлениях о найме на тестеров. Вы можете сказать, как? Там еще вот это нужно. Да не спешите сразу все. Но чего можете подучить, подучите. Если там какая-нибудь автоматизация нехитрая, там Selenium какой-нибудь там с Python, подучите Selenium с Python, не big deal. Или там с Java, пожалуйста. Полно видео на эту тему, книжки есть. Есть там онлайновые сервера, где курсы можно взять. За $15 можно взять курс по Selenium. Возьмите курс там, я не помню, Udemy. Да, вот на Udemy за $15 есть курс на там по Selenium. Ну, возьмите. Вот, там потренируйтесь только, не просто возьмите, потренируйтесь. Но отвечает на вопрос, как зарабатывать. Когда вы начнете зарабатывать, значит, во-первых, вы можете тестировать что-нибудь, относящееся либо к виртуальной реальности, либо к каким-то веб-приложениям. Скорее всего, там какие-нибудь мобильные дела подключатся. Но, то есть вы можете продолжать заниматься этим. Если вам нравится заниматься там виртуальной реальностью, и вы там в какой-то среде, там на C-Sharp, ну это же можно и white box тестирование тоже делать. Вы можете уйти в сторону кода, если вы там понимаете его, там писать свой, может быть, не очень надо, но хотя бы читать там тот, что есть. Глядишь, там пройдет годик и в девелоперы перейдете. Если будет драйв, настроение, вы уже в компании, вас уже знают, вы свой парень, приходите, говорите, хочу вот девелопером, вам говорят, ну подучи вот это и вперед. То есть все, кто хотел из тестирования перейти в девелопмент, все перешли. Другое дело, что там соблазн такой не уходить, потому что вроде ты уже так много получил как тестер, что вот эта цена, которую ты платишь за переход в development, она такая большая, и ты думаешь, а из-за чего, собственно, что там такое, чтобы вот, да, и главное, что есть куда развиваться и в тестировании.
Я не видел много людей, которые взяли и перешли. Но я видел людей, которые перешли. Все, кто хотел, все перешли. Все, кто хотел из ручного уйти в автоматизацию, все ушли в автоматизацию. В whitebox ушли, в whitebox. Поэтому не надо прыгать через лестничный пролет. Прыгайте через две ступеньки, через три ступеньки. Вот я бы так и сказал. Так что пожелаем нашему таиландскому молодому человеку успехов. Вот. И чтобы все было хорошо. Счастливо!